Знакомьтесь, это Клей. Привет. Клей, ты ведь любишь фиксиков? Да, очень люблю. Тогда у меня для тебя хорошая новость, ведь сегодня мы превратим тебя в фиксика. Ты готов? Поехали. Так, Клей, ты стал фиксиком. И поскольку, Клей, ты теперь фиксик, то все предметы для тебя будут раньше привычные, теперь очень большие. Как Клей знает, что фиксики всегда что-то чинят, и это их главная работа, то он тоже захотел что-то починить. Так, это сюда, это сюда. Но поскольку у Клея нет вспомогатора, и он ничего не понимает в технике, его, скорее всего, очень сильно шандарахнет ток. Собственно, что и следовало доказать. Ну как, хорошо отдыхать, Клей? Только ты не забыл кое-какую вещь? Ведь если фиксик вовремя не подзарядится электроэнергией из прибора, то он разрядится и станет винтиком. Клей, ты меня слушал? Клей, очнись, Клей! Фух, быстрее. Клей, кто-то вкрутил тебя в будильник, и ты зарядился. Вставай оттуда. Ого, это круто заряжаться энергией из прибора. Мяу. Ты это слышал, Клей? Кажется, где-то поблизости кот. Он может быть очень опасным для тебя. Быстрее превращайся в... Мяу. 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 О, послушай, меня уже задолбало здесь сидеть. Я хочу спрыгнуть с этого стола. Ну ладно, Клей. Только, Клей, не забывай, что ты фиксик, и поэтому все предметы для тебя очень большие. И так как ты фиксик, то высота стола для тебя будет составлять примерно 70 метров. Ага, не повезло, Клей, ты сломал руку, набил ушиб на животе. Ох, как же жрать хочется. Клей, эта тень значит кое-что плохое для тебя, ведь сейчас тебя раздавят. Ну ничего, Клей, я обещаю тебя вылечить. Ненавижу тебя. Показывай этот ролик своим друзьям, которые любят фиксиков. И не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться на мой канал. Также подпишись на канал «Знакомьтесь, Боб», с которого я спародировал свой сериал. Это очень крутой канал с крутым сериалом и интересным сюжетом. А также посмотри мое прошлое видео «Клей выживает с акулами». Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи и пока!